Каждый день начинай с победы. Над своей ленью, над своими слабостями. Впереди тебя ждет замечательная жизнь. Всем привет, хорошего настроения. Сегодня я расскажу о праздниках на 7 февраля. Поехали! День российского бизнес-образования. И праздник 19 дня месяца Мульк. И День северных территорий. А в народном календаре Григорьев день. Григорий – веснауказатель. Именины в этот день отмечают Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс и Филипп. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1568 году европейцами были открыты Соломоновы острова. В 1795 году порт Хаджибей переименован в Одессу. А в 1863 году в США запатентован первый огнетушитель. В 1847 году врач Федор Иноземцев впервые в России применил при операции эфирный наркоз. И в 1992 году принят закон Российской Федерации о защите прав потребителя. И родились в этот день. В 1478 году Томас Мор, английский писатель и государственный деятель. В 1693 году Анна Иоанновна, российская императрица. В 1812 году Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы. В 1846 году Владимир Маковский, русский художник, передвижник, академик. В 1870 году Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии. В этом же году Петр Струве, русский философ, историк и общественный деятель. В 1885 году Синклер Льюис, американский писатель, первый Нобелевский лауреат по литературе. В 1897 году Александр Чижевский, советский биофизик. В 1906 году Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик. В 1926 году Константин Феоктистов, советский инженер, летчик-космонавт, герой Советского Союза. В 1927 году Владимир Куц, советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион. В 1954 году Дитер Болин, немецкий музыкант, участник группы Modern Talking, продюсер, композитор. И в 1969 году Виктор Майгуров, белорусский и российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион. Иногда от счастья нас разделяет один звонок, один разговор, одно признание. На сегодня все. Всем хорошего настроения, удачи. Не забывайте ставить лайки. Пока!